Итак, девочки, мастер-класс по классическому изготовлению носок для мужчин. Итак, беру белые носки, потому что на черных будет это видно несколько хуже. Итак, две пары носок. Выворачиваем обе наизнанку. Вывернули. Каждый носок берем пятку зажимаем, носочек в руку и протягиваем до середины. Видите, вот это должно быть так. Еще раз показываю на другом носочке. Беру и вот так. Вы поняли, да? Оба носочка имеют вот такой вид. Накладываем один носочек на другой. Это так. Один на другой наизнанку. Никак по-другому. Теперь оба носка складываем пополам. Пополам. И вот эту часть, которая оттопыривается, мы выворачиваем вот так. Итак, в мужском дрессинг-рум вот это должно выглядеть вот таким образом. Вот таким. Почему это работает и почему не растягивается резинка? Делаем теперь все наоборот. Мужчина вытаскивает эту пару из ящика. Что он делает? Два носочка. Он перед собой вот видит, как бы в таком виде, да, два носочка. Теперь я демонстрирую это на себе, как он их одевает. Он берет два носка, не растягивается резинка. Один носочек. Все.